ребята, представляет вашему вниманию очередной матч стартовавшего на прошлом. Мы еще в матчах предварительного этапа говорили, что несмотря на Алмейда, опять же, техничен, да, как и многие бразильские игроки, очень здорово у него с техникой, удар поворота. Улукбек Абдулла, можно сказать, если выжидательный футбол, ожидает ошибок соперника на своей половине. Вот здесь вот Улан Байгазулу, удар и гол! Нарын выходит вперед, друзья. Счет 1-0. Расслабились игроки фарватера, кажется, вот Владимир. Секунды, забитый гол. Одна из его особенностей, да, Максат Алима, очень хорошее голевое чутье у него имеется. Удар поворотом. Улукбек Абдулла уже на левом фланге. Хотя зачастую мы его по правому флангу часто видели. Алимов ушел. Пробил! Ох, на дальней штанге. Дар и гол! Опять стандарт играет на руку нарынчанам, друзья. 2-0. Алмаз в этой дуэли. Здесь без нарушения правил отбирает мяч. И хороший момент. Удары 2-1. Вот так вот. И вот опять же, почаще нужно критиковать команды, чтобы они заиграли. Джанат Улу забивает гол, друзья. Скользнулся здесь игрок. Джанат Улу сама стелится в подкате. Отчаянно действует уже. Здесь удар. Вот вот здесь. Выше всяких. Джанат Улу замешкался. И чуть было Алмаз не убежал один в один. Держится за ногу. Момент еще один. Ну, здесь, конечно, уже нарушение будет зафиксировано. Что ж, друзья, все готово к началу второго тайма. Второго матча. Плей-офф. Матч. Возвращается мяч к Саматулу. Мяч не уходит. Возможность. Хороший удар. И в штангу мяч попадает. Добивание. Улукбек Абдулла спасает свои ворота. Вот это момент, друзья. Перехват. 2-1. Отлично. Обратный пас. И все было сделано правильно. Марат Куланчбеков не пожадничал, а отдал обратный пас. Ну и не могут найти бреши в обороне соперника, футболистов, фарватера. Здорово обороняется Нарын. И сами идут в атаку. Удар и гол! Отличный пас. Фарватер, если не попадет в полуфинал, это, конечно, будет потеря. Но тем временем забивает. Забивает Исабеков Азат. И счет у нас остается 3-2. Все-таки добились своего. Бесхитростная такая атака. Передача в центр и уворот. Алимов. Прострел хороший. Султанов. Ай-яй, Абдулдай. Все, прочитал и бьет поворотом Улукбек Абдулла. 4-2. Ну, на этом, я уже думаю, все можно заканчивать. Как говорил именитый российский наш коллега. Итак, разбег Максатбека Алимова. Удар и гол. Но без шансов для Улукбека Абдулла. 4-3. Вот видим мы тренера, да, успокаивает свою команду. Дальше включится. Здесь удар Эрлан Султанов. И в руку мяч попадает. Ай-яй-яй. Вот смотрите. Улукбек Абдулла против Максатбека Алимова. Удар и гол. Опять же в тот его запомните. Он очень активный. Хороший. Ай-яй-яй. Какой момент. Еще один создают футболисты фарватера. Попадание в руку. Ай-яй-яй. Ответный перехват. Спешат команды. Это и сказывается. Отличный пас. Удар и гол. Азат Исабеков делает дубль, друзья. Вот. Не сумел прорваться от оппонента. Куланчбеков. Нарушение правил. Удар. Газылу. Разбег. Удар. И Пензаев спасает свою команду. Выскочил из ворот. Филиппе де Соуза, да? Респект в сторону Пензаева показывает. А здесь что? И гол, друзья. Гол. Ну, опять же. Ламбай Газылу. Что за выступление, друзья? Совсем неожиданно. Ни для кого. Именно рассчитывая на... У фарватера игра все увереннее идет. Здесь удар был. А здесь нарушение, конечно, было. Адиль Боскунчиев нарушил правила. Против Самата Джанатулу. Вперед. Итак, смотрим. Абдулдаев Улукбек против Максатбека Алимова. Разбег, удар и гол!
Алимов молодец больше. Вот в таких матчах больше внимания обороны. Это и понятно. А Нарын отыгрывается! И 6-6, друзья! Ай-яй-яй. Вот я не успеваю закончить какой-либо эпизод, рассказывая, да? И Улан Байгазулу, смотрите, как он это делает. Как он это делает? Претензии, ну... Здесь момент, и Фарватер забивает, друзья! Фарватер забивает! Сам пытался пойти вперед, неудачно! Пас! Ответный пас и гол! Ну, 8-6. 8-6, почувствовали свою игру игроки Фарватера. Вот такое противостояние я хотел видеть.